Сегодня я Фанечкин портрет попишу с натуры. У нас замечательная здесь обстановка. Прямо во дворе. Травка уже имеет жухлые оттенки, поэтому очень удобно именно с жухлого цвета и начать. Это охра, это английская красная, это немножко изумрудный и немного белил. Здесь фигурка будет немножко в тени находиться. Солнечные зайчики и солнечная полянка будет в этой части картины. Тенистый цвет это и ультрамарин, и немножко изумрудный. И некоторыми ступенями, уходящие вдаль тенистые участки. И, наконец, дальний план. Тенинкой, с розовинкой, то есть идея, с зелененькой, идея тот дальний заборчик я не буду рисовать, идея дальника это воздух, это сиреневизна и синева. Толщины воздуха. Более нарядную зелень кладем сверху на жухлость, оставляя чуть-чуть красноватый оттенок подкладки, жухлый оттенок. Теперь впишем фигурку. Сначала подотрем вещество, чтобы вписать сиреневость белого платья. После такого вытирания до сухого холста удобно нанести цвет.
под креселком с той стороны чуть-чуть виднеется платьице. Или пусть виднеется. Там чуть-чуть фрагментально. Я дал ему преувеличенную синьку. Ультрамарин с розовым и теневой цвет. Теневой цвет платья, не освещенного солнцем. Вы видите, зеленый с сиреневым сейчас замечательно сочетается. Коленочка. Животик здесь, намек на грудочку, на плечико. На складочки. Вы видите, никакого жесткого рисунка не создаю, наоборот создаю. Создаю призрак. Достаточно прозрачные мазочки. Зеленый как бы дает свои рефлексы на теневые части. Розовый, синий. Ах, коричневый не забыл. Забыл коричневый принести на рабочее место. Ну, скажу потом. Чуть-чуть ко мне головочку. Чуть-чуть. Несмотря на то, что решетка перил заслоняет, но, в принципе, рисунок виден. Это яблоки падают, гигантские. Можешь платьице поджать под ногу. Угу. Еще. Вот именно крайнюю часть платья поджать. Ага, вот эту. Во-во-во, вот так. О, идеально.
видите, атмосфера солнечных зайчиков на самом холсте дополняет настроение. Немножко накидаю солнечных зайчиков на белый. Эти зайчики будут несколько оранжевить.
чуть-чуть носик на меня. Я, может, сейчас проговорю. Некоторым кажется, что найти модель для живописи, найти музу очень легко. Надо просто нанять девушку и работать с ней. Ничего подобного на самом деле не происходит, пока у художника не появляется удачная модель. А удачная модель — это и, конечно, приятная на вид, и, конечно, желающая быть нарисованной. Некоторые терпеливо могут сидеть, но нет этой жажды, нет этого трепета желания увидеть себя апоэтизированной живописью. То есть это вот некая поэтическая душа модели. Ну вот, мне повезло, у меня такая есть. Нюка, 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 нюка. Ну и, конечно, условия для работы — это тоже важный момент. Дача, которую мы себе создаем как творческую, это одно из важнейших условий. Хоть и говорят, что не место красить человека, но художнику важно и место. Место, в котором он будет вдохновлен окружающей средой, как мы вдохновлены с Фанечкой здесь Переславлем. И вам советую присмотреться к этому городу и даже составлять нам компанию. В творческих поисках место здесь просто потрясающее. Нарадоваться не можем. А тут еще скоро Василиса как модель подрастет. И Фанечка увлеклась уже живописью в полной мере. Да, Фанечка? Ого.
Конечно, создание портрета это такого крупного личика, это не мгновенная работа, и нам предстоит потрудиться, особенно, конечно, Фанечке, поизнуряться позированием. Вот я принес коричневый, смотрите, как он зазвучал. Ну, там вроде бы темновато на камере. Я думаю, вы хотя бы сам принцип общения с пленэром увидите. Ну, принципы общения с пленэром доходят до такой степени, что Шишкин шел с мужиками на природу для того, чтобы они ему отрезали лишние ветви, которые его не устраивали. То есть все не так легко. И, конечно же, многие... Чуть-чуть носик на меня. Ага. И многие с момента появления фотографии, многие художники, в том числе и, так сказать, великие пленэристы, импрессионисты, пользовались фотографией. Часто художник на пленэре берет настроение, берет это беглое письмо, которое необходимо на старте картины, как нечто живое. Ну а потом уже в условиях мастерской старается довести картину до умного звучания, потому что на пленэре часто не успеваешь сумничать. А ну если не прикрывать глазки, ага, вот так. Угу. Еще в пленэре есть одно обстоятельство, которое руками не потрогаешь. Это мистика взаимоотношений художника с творцом и с его миром. То есть несколько... Бог помогает человеку, идущему на некий подвиг
общение с его миром, на некий честный подвиг общения. Но опять же, если художник не подготовлен, то у подвига сомнительные перспективы. Есть еще одно обстоятельство, которое делает необходимым работать с натуры. Это то искажение, которое рождает фотографии. И то видение объемное, которое происходит при работе с натурой. Каждый из вас может провести эксперимент для того, чтобы убедиться в этом, сделав, ну, у кого крепкий рисунок, сделав набросок с натуры и потом это же сфотографировав, вы увидите степень искаженности на фотографии. Правду сказать, мы настолько привыкли уже видеть искажение фотографическое, что оно часто и не бросается в глаза. Ну и опять же, в погоне за мистическим звучанием натурной работы периодически стоит, конечно, себя побуждать к этому трудоемкому, но
Ну вот сейчас, я думаю, камера видит, как платье мигает из-под стула. Вот там. Солнечные зайчики на стуле очень красны. И кроме них помигивает седенький цвет блика. Блика и рефлексов. Рефлексы могут зеленить, коричневить. Много зеленоватых рефлексов на теле, много сизых рефлексов, то есть розоватых, синеватых. Сизые от неба, зеленые от зелени окружающей. Вот сейчас на носике просто идеальный розовый рефлексик. Прямо кусочек неба на носике. Сизый, розовый. Еще одно преимущество работы с натурой, что ты видишь движение, допустим, солнечных зайчиков по
по окружающей среде и по предметному плану. И можешь выбрать из них самые подходящие для своей картины. В отличие от работы с фотографией, где у тебя рефлекс, как правило, один. Вернее, это сам не рефлекс, а солнечный зайчик где-то вот в одном месте лежит и все. А здесь ты его выбираешь. Ну и саму фигуру ты видишь объемно, то есть невзирая на да, ну камера она видит только один ракурс, а ты как бы отошел, подошел, и ты все время видишь фигуру в неком объеме, что тоже дает возможность выбрать и линейный рисунок, и тональный, выгодно для картины. Единственный, конечно, мощный недостаток работы с натурой – это трудоемкость выхода на пленэр, позирование. Ну вот сейчас видно, на камеру, наверное, не очень видно, а вот мне живьем видно, как рефлексы тела на теневую, как будто прозрачная теневая, падают вот в этом месте. И прямо цвет тела на одежде. Подушечка на стуле лежит и дополняет архитектуру стула. И уже стул не такой ядовитой решеткой смотрится.
свет из-под теневой всегда выгодно звучит, и сейчас он очевиден и на натурке, и его можно буквально срисовать. Свет повторяет форму, падающий свет повторяет форму тела, круглится на теле. Панечка, можешь подобрать немножко платьице, да? Угу, угу. Все. Угу. Эх, такую складку убрала. Все, уже не вернешь. Thank you.
Здесь пусть, наверное, теневая травы оформляет. Оформляет освещенный верх. Ритм мазочков всегдашний. Всегдашний как бы спутник пленэра. Предполагаю, что мы послезавтра, когда красочка станет и где-то даже подсохнет, выпишем личико, выпишем ручечку с натуры, ну немножко и здесь. А концепцию картины я уже в мастерской подумаю, чем решить этот отдальник. Ну и мы продолжим с вами эту работу послезавтра.